Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, откуда вы? Город Дзержинск. Из Дзержинска. Нижегородской области. Нижегородская область. Как вы прокомментируете тот факт, что 8 июля один человек из Москвы приобрел у человека из Петербурга вот эту вещь за 4 500 рублей? Нормально. Нормально. Конечно. Спасибо вам большое, это снято. Очень важно. С чем эта вещь? Можете взять, потрогать. А с чем эта вещь связана? На 23 февраля я купила своему мужику АТ-12. Сила и мощь. Теперь ему есть чем меня защищать. Это шея, это нос, это глаза, это кадык, это паховая область, это солнечное сплетение, это, возможно, какие-то движения, да, с суставами. Да, то есть, допустим, вы человека пытаетесь задержать и при этом помогаете себе кубатану, нанося при этом удар в чувствительные места. Или не удар, а просто придержка. Вот. Кубатана может быть масса. Тусов применения это далеко не единственное. Как утверждает автор, как я уже говорил, удобно ломать камни. Удобно? Очень удобно. Создатель, это замечательная вещь, мне очень нравится. Спасибо вам. Спасибо. У меня все. Ее стоимость 4 500 рублей по состоянию на 8 июля 2016 год. Нормально. Нормально. Конечно. Если человек этим направлением занимается, и эта вещь стоит таких денег, я думаю, вообще нормально отношусь. Я, допустим, занимаюсь бегом, эти кроссовки стоят там, допустим, 5000. Я же купаюсь, допустим, за 5000, а не за 500 рублей. Да. Приобретайте стильное средство самообороны и надежный брелок для ключей. Первый ленинградский кубатан АТ-12 «Валюн». Сила и мощь.